О, сейчас вообще по пупок. Нигер. Так, вот сей. И Данек сказал, чтобы он поставил дизлайк, если ты будешь вот так вот делать. И будешь такой сид. А что так делаешь? Я реально, вот когда мы чем вот так. Просто сиди вот так вот на нас и все. Тоже говори иногда. А не сидела. И в Clash Royale, как тогда. Гамайр. Да. А меня вообще какие-то, я не знаю. Давай сюда, с тобой Google Translate. Давай. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Засано. И я. Вот, и спустя неделю мы вернулись, чтобы сделать новый челлендж. Сегодня у нас будет английский челлендж, конечно, если вы нас понимаете. Так вот, объясняю смысл челленджа. Нам нужно будет произносить английские слова с переводом на русский, или наоборот. То есть, например, я говорю какую-нибудь фразу, а Андрей должен ее сказать по-английски. Да. Или я. Или он говорит по-русски, а я должен сказать по-английски. Если фраза не совпадает, то мы будем есть красный перчик. Вы просто не представляете, как он жжет. Ну, а если, конечно же, мы скажем правильно, то мы будем есть вот такие вот вкусняшки. Ну, да. Собственно, давайте приступим к челленджу. Мы сейчас рассчитаемся на цифа. Сейчас я камень, ножницы, бумага. Давай. Цу-е-фа. 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 А вчера вечером я съел вкусный банан. Давайте посмотрим. Вчера вечером я съел вкусный банан. Yesterday night I eat банан. Видите ли вы бананы, Майтай? Насколько мне известно, Андрей забыл вечером, и как будет, и вкусный. Напоминаю то, что вкусный будет тести, а вечером будет ивлинг. Значит, Андрей ест перчик. Я сегодня ел сосиску в тесте, и со мной был мой домашний, моё домашнее животное. I today eat sausage near was my pet. Итальянская колбаса? Итальянская колбаса рядом потерял мой. Но... Фигови, чем у меня. А он вообще с английского переводит? Да, с английского, давай. Ну ладно, я осмелюсь. Вкусно? Очень, да. Это хард. Я живу в России. I'm from to the Russia. I'm from to the Russia. Я от России. Ну, можно считать правильно. Так что я ем печенку. Today I... так. Today I was at home and eat chicken. Продолжение правильное, но печенку я не буду есть, потому что я ее съем потом. Теперь Андрею загадываю предложение чуть-чуть посложнее. Андрей не знает, как будет это предложение. Я не знаю, как будет стул. Сейчас он съест, и я скажу. Ладно, мы завершаем. Нашу программу, наш челлендж. Все, мы завершаем, всем и удачи. И победила дружба. Да? Ну, как сказать, дружба. Короче, победил Саша. Да. И ждите следующего челленджа. С вами был Васно и... Я. Мишаня. Или как его там зовут? Специально это для тебя. Андрюха был в этом выпуске. А, что ж. Какой Мишой? Какой? Китель! Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем удачи. И всем пока. Ha ha ha!
Прям на вилку прыгнула.